Привет, я Лана. Привет, а я Катя. И вы смотрите видео-обзор новинок техники магазина Алло. Сегодня вашему вниманию мы представим Samsung Galaxy S3. Сейчас многие гонятся за самыми мощными и технологичными моделями гаджетов. Давайте поближе познакомимся с Samsung Galaxy S3. Технологическую начинку прикрывает изящный корпус толщиной менее 9 мм и с узкой окантовкой дисплея. Возникает ощущение, что у тебя на ладошке лежит просто экран и ничего лишнего. А тем, кто покупает телефоны под сумочку, понравится обилие вариантов цветового исполнения панелей. В линейке представлены белый мрамор, морская галька, красный гранат, черный сапфир и серый титан. Аппарат собран качественно и прочно, отсутствуют все люфты и поскрипывания. Даже у маленькой женской ручки Samsung Galaxy S3 лежит очень комфортно. Правда, не всегда можно дотянуться большим пальцем до любого уголка дисплея. Снизу на лицевой панели размещена основная механическая клавиша, а слева и справа от нее две сенсорные, которые при работе с аппаратом можно случайно задеть. Вне зависимости от того, у вас тонкие женские пальчики, либо увесистые мужские сардельки. Сверху на панели размещена фронтальная камера, сенсоры и информационный светодиод, который информирует вас о заряде батареи, уведомлениях от системы, новых вызовах и сообщениях. Благодаря ему вы сразу поймете, что смс-ка пришла от любимого. И не станете заходить в сообщения в присутствии мужа. На торцах телефона вы не найдете ничего лишнего. Сверху находится разъем для наушников, снизу разъем microUSB. Слева и справа, соответственно, качелька громкости и клавиша блокировки. Samsung Galaxy S3 оснащен 4,8-дюймовым мультитач-экраном с матрицей Super AMOLED и HD разрешением 1280 на 720. Громкость динамика более чем достаточная. На выходе получается очень громкое и сочное звучание. Есть интересная особенность, которую я изначально испугалась. На высокой громкости телефон начинает вибрировать в такт треку, который звучит, и создается эффект сабвуфера. Теперь можно комфортно смотреть видео Full HD на большом экране и с качественным звуком. Все девушки очень требовательно относятся к фронтальной камере. Я, например, не хочу таскать с собой в сумочке зеркало. Я считаю, что выкладывать свои ежедневные фото в Instagram – это именно то, что нужно моим подписчикам. Samsung позаботился о нас и снабдил аппарат фронтальной камерой в 1,9 мегапикселей. Основная камера имеет матрицу с разрешением 8 мегапикселей. Эта камера оснащена автофокусом, LED-вспышкой, стабилизацией изображения и записывает видео с разрешением Full HD скоростью в 30 кадров в секунду. Помимо превосходного качества фото, порадовала возможность получать фотоснимки во время видеосъемки и функция распознавания лиц, которая позволит связать лица в фотоальбоме с аккаунтами в соцсетях. Теперь можно смотреть на групповое фото из выпускных альбомов и сразу узнавать, что происходит в статусе друзей. Кстати, весьма классная функция для того, чтобы следить за всеми сплетнями. Galaxy S3 работает на базе операционной системы Android 4.0 с установленной поверх фирменной оболочкой TouchWiz. Она украшает интерфейс Android и расширяет функциональность. Из новенького технология S-Voice, позволяющая превратить ваш смартфон в технологичного раба, исполняющий любые голосовые приказы. Бабушки в транспорте, конечно же, примут вас за сумасшедшего, разговаривающего с телефоном. Но зато вы быстро сможете выполнять большое количество операций одновременно. С помощью технологии с интересным названием Pop Up Play вы можете, не отрываясь от просмотра любимого фильма, написать смс-ку. Можно уменьшить окно с видео, а в другом окне переписываться или серфить в интернете. Процессор смартфона имеет 4 ядра Arm Cortex-A9, работающих на частоте 1,4 ГГц и мощный видеопроцессор. Объем оперативной памяти 1 ГБ, встроенный 16 ГБ. Вы можете с легкостью ее увеличить с помощью карты microSD аж до 64 ГБ. Аппарат поддерживает систему навигации с GPS и GLONASS и снабжен Wi-Fi и Bluetooth. А также прочими технологиями обмена данными, с помощью которых можно подключить смартфон к Smart TV и смартфону.
смотреть контент по телевизору. Аккумулятор имеет емкость 2100 мАч, что достаточно серьезный показатель для длительной работы устройства. В итоге у Samsung в 2012 году получился отличный аппарат, который стал флагманом и превзошел всех конкурентов. С учетом того, что цена на него постоянно снижается, делает Samsung Galaxy S3 отличным выбором для людей, ищущих сильного монстра в красивой оболочке. И это подтверждает тот факт, что в мире продано уже более 40 миллионов этих прекрасных устройств. Кстати, вы можете увеличить эту статистику. С вами была Лана и Катя. И вы смотрели обзор Samsung Galaxy S3. От компании «Алло». Пока. Пока.